Короче, веселее можно, да некуда. Вчера утопила случайно iPhone. Расскажу вам ситуацию, это интимная, чтобы... Сломалась мне ноготь. Чтобы не повторяли моих ошибок. Я часто в кармане, в заднем, в джинсах храню телефон. И зашла, короче, в туалет, и он у меня из этого кармана выпал. Вот, конец истории. И я положила, конечно, его в рис, начала феном сушить, что, возможно, даже могло усугубить ситуацию, я не знаю. Но, в общем, оказалось, что поскольку он уже был ремонтирован, у меня телефон, там были, видимо, щели, и, короче, он был уже не герметичный. И, в общем, везде была вода, и когда я взяла его в ремонт, мне сказали, что он очень уже поврежден, и не факт, что вообще можно будет что-то сделать. Или можно будет около 11 тысяч заплатить, и тогда, возможно, будет работать. Но, блин, платить 11 тысяч за ремонт, мне кажется, уже проще взять новый телефон. Сегодня я взяла с рук iPhone просто на время, пока у меня не будет нового телефона, за 11 тысяч также, вот, вместо ремонта. И сейчас пришла домой, и он, короче, у меня вообще не работал просто через какое-то время, когда начала переустановку всю эту систему. И, в общем, я думала, что это вообще уже полный косяк. И мне уже все сказали, зачем я это сделала, мама говорит, я тебе говорила, не нужно с рук брать телефон. Если честно, вообще никогда не брала с рук телефон и вообще ничего не люблю брать с рук. Но я даже не знаю, продают у нас вообще айфоны, не продают, понятия не имею. Но, в общем-то, не хотела бы покупать в России айфон. Я думаю, что если я буду брать новый, то это будет в Голландии, а не здесь. Не знаю, как-то не доверяю, если честно, вообще. Мне кажется, настолько всего подделывают, к сожалению, в стране, что боишься покупать уже практически все. Вот, и сейчас я поменяла сим-карту с голландской на русскую, и вроде тут что-то зашевелилось, я не знаю, вот посмотрим, как дальше сейчас будет себя телефон вести, может он опять зависит, может нет, в общем, пока что не знаю, так что даже некогда снимать образы, а сегодня у меня был образ африкана мама, у меня уже свалились бусы, они вот такой африканский типа топ, под кожу змеи юбочка. Вот, и такой у меня был жгут здесь африканский, но я его уже сняла. И, в общем, пропустила два образа, не стала снимать. У меня был образ унисекс, просто одела футболку с джинсами. Вот, и еще был образ дюймовочки. Этот образ вы видели в моем прошлом или в позапрошлом, не знаю, видео, короче, где я была в желтом платье. Видео про 10 вещей, которые старят девушку, женщину, бабушку. Вот, там был образ дюймовочки. Но ничего пока не стала снимать, как-то... Неохота была. Конечно, сложно такие образы выполнять, когда на улице дубак. И ходить в легком платьишке, знаете, очень сложно, когда на улице холод. Вот. Так что образы... Ну, я продолжаю, конечно, эти образы вести, но не всегда это так просто. Короче, вот такой у меня апдейт веселый. В общем, друзья, все-таки iPhone, походу, косячный, не работает нифига. Короче, видимо, он вначале работает, потом перестает работать, и так постоянно. Завтра пойду опять в ремонт. Конечно, какой-то, знаете, капец просто. Я не знаю, вот что за страна, почему все пытаются обдурить друг друга. Продают что-то вечно все какое-то паленое. Блин, алкоголь паленый, телефоны левые, косметика левая, бренды левые. Почему настолько вранья вообще в стране? Люди ремонтируют телефон только, чтобы он выглядел нормальным, чтобы его можно было продать подороже, и в итоге он не будет работать для других людей. И, короче, это капец какой-то. Продают подделки, выдавая за настоящие. Это просто жесть какая-то. Я даже не знаю, что сказать. Завтра пойду еще в ремонт. И не уверена, что эти люди возьмут обратно телефон и вернут деньги. При том, что они даже не из нашего города, они из Косли. В общем, вот, как-то так. Очень весело. Купила вчера вот такую вот масочку от Белита от черных точек. Я, честно говоря, так и не поняла, зачем она нужна, потому что поры у меня так и остались, по-моему, грязные. Ни одной вот этой, как назвать ее. Вообще, знаете, когда черные маски убираешь... Буду с вами тут говорить. Когда убираешь такие маски, как правило, на них видно белые такие штуки. Так вот... С носа особенно. У меня таких штук не было. И, по-моему, все черные точки на носу, они так и остались. Плюс покраснела кожа. Вот. И, ну, максимум, в лучшем случае, она выдрала волоски на лице, но это мне было не нужно. Короче, маска фиговая, могу сказать. Мне не понравилось. Друзья мои, ну что? Никаких апдейтов, особо с телефонами нет. Хотелось идти в полицию заявлять, но... Не знаю, потому что ходила сегодня я в ремонт. С этим телефоном сказали, посмотрят, можно ли что-то еще с ним сделать или нет.
пока что вот смотрят. И, в общем, мне тоже этот парень сказал, что вряд ли получится выбить деньги, что если вы подаете заявление, то в лучшем случае их вызовут на разговор. И они скажут, что вы же видели, что покупали, собственно говоря, и все. Так что вот реально не надо опускаться ниже своих стандартов. Никогда вы ничего не покупали с рук, не надо, блин, покупать, не надо начинать. Вот я это поняла. Никогда ничего с рук никто у нас, ну, практически никто, по крайней мере, родители мои, я никогда ничего с рук не любили покупать, не покупали. И вот в кое-веки решила взять, и, блин, полная чушь, видите, поэтому... Не доверяйте, я уже писала об этом у себя в Инстаграме, что реально я как-то в Европе отвыкла от того, что у нас столько людей, во-первых, каких-то злостных, полных гадостей, которые хотят облапошить, обдурить, просто малолетние какие-то твари, это просто 20-летние дети, которые уже таким мошенничеством занимаются, это же просто жесть. Просто печаль, если честно, что у нас в стране таких людей ведь очень много, понимаете? Я почему-то думаю, что в Озерске такие, может, сильно не промышляют, потому что город маленький, как-то все друг друга, ну не все друг друга, но многие друг друга знают. Если друг друга не знают, то знакомые знакомых точно должны знать. Но те люди, у которых купил вчера телефон, они скосли, вот. И, ну реально становится печально за нашу страну, почему у нас все пытаются друг друга облапошить. Куда ни коснись. Так же, как, блин, я тоже про это сегодня писала в Инстаграме, мне одна девушка писала какие-то странные комменты, я ее заблокировала, хотя вначале она была моей подписчицей и писала мне нормальные вещи. А потом какой-то сдвиг по фазе, когда уже совсем произошел, я блоканула, она создала новый аккаунт и какую-то гадость мне вчера написала, опять очередную. И я вначале ей ответила, потом ее заблокировала, потому что я думаю, блин, это энергетические вампиры, уже, ну, слышала, может, даже неоднократно, что не нужно отвечать людям. Такие комментарии, потому что они с этого питаются, им только от этого кайф полный. Вот, поэтому я стараюсь не отвечать, удаляю комментарии, я поэтому не то, что я почищаю комментарии, знаете, мне не так страшно, что у меня будет какой-то там комментарий, который нелестно во мне отзывается, как просто я не хочу притягивать негатив, потому что к негативу идет еще больше негатива, мне это нафиг не надо. Я вообще мечтаю, что просто меня вот эти вот неадекваты не смотрели, но это, конечно, нереально сделать, вот, но я... По крайней мере, блокирую. Просто думаю, насколько должно быть нечего делать взрослым людям, чтобы сидеть, создавать новые аккаунты, чтобы с них писать новые гадости. Но это же просто жесть. Короче, вот. Так что пока что жду, что мне скажут по поводу этого гадского нового телефона. Пока что пользуюсь Sony, который мне временно дали. Вот, и жду новостей. Так что не покупайте никакие вещи БУ. Даже после проверки, как выясняется, я думала, что самая большая проблема этих телефонов, что могут подсунуть китайские. Но оказалось, что нет. Вот, так что в этом плане, ну, хоть что-то проверила, оказалось, что вроде он настоящий, но в нем просто что-то уже поменяли, что-то перепрошили, видимо, и уже стоит все неоригинально там, вот. И, кстати, хотела вам сказать про два крутых фильма. Я с большой камерой, я ж теперь без айфона, тяжело ее держать так в руках. Еще чтобы она была выше головы, чтобы не так, которая подбородок бросался в глаза. Хотела посоветовать два фильма крутых, которые посмотрела. Один называется, смотрю название, подсказку, «На пути Грейс». Оба, кстати, фильма нового, 2018 года. Этот фильм о, ну, каких-то, по-моему, еще прошлых временах. Азиатский мальчик полюбил, да, белую девушку. И, в общем, вот он за него боролся. Я не буду вам рассказывать ничего, но фильм интересный, посмотрите. Такой про любовь, такой добрый и человечный, что ли, так сказать. И второй фильм «Маленькая Италия», он тоже, это вообще комедия. Там абсолютно все хорошо, никакой особо драмы нет. Такой юмор прикольный присутствует, все позитивно, очень легкий фильм. И тоже про любовь, такой приятный, вот два таких фильма приятных. Ну, в первом есть драма, во втором... Драмы вообще никакой нет, просто все хорошо. И какие-то легкие неприятности. В общем, такой вот легкий, приятный, добрый фильм. Так что вот два фильма советую. Да, второй называется «Маленькая Италия». Вроде я уже сказала, но повторюсь. Это оба фильма 2018 года новые. Привет, мои хорошие. У нас уже очень поздно. И я подумала, почему бы не заснять себя, пока еще есть остатки макияжа и вечернего платья и сережек, пока их не сняла. У меня сегодня была причесочка, я люблю, когда волосы чуть-чуть подпачкиваются, делать их назад и залачивать. Но сейчас уже все распустилось, потому что мама мне массаж головы делала. Вот, и такое у меня сегодня платьишко было, потому что у меня сегодня был образ Кармен.
Бру, не Кармен, танго. Вот. Сегодня мы ходили в театр. Неплохой был спектакль, кстати. Вот. Ну и больше сегодня особо сказать вам нечего. Просто хотела себя показать. Пошли все спать. Завтра мы идем на концерт. В общем, у меня культурная программа просто по полной. Кстати, я хочу вам показать апдейт про щенков, потому что щеночки подросли, мне папаша скидывает каждый день видео, чтобы я не забывала, и посмотрела, как они растут, так что покажу вам сейчас обязательно кусочек видео про щеночков. Was will your dick copy? A dick copy? Yeah. Klein dick copy. Klein dick copy. Hey, Bellachen. Привет, друзья. У меня сегодня образ Барби. Хотела вам показать. Конечно, супер барбишная помада, если вы хотите образ Барби, достаточно просто накрасить губы каким-нибудь Барби розовым цветом. Ну и белые волосы, конечно, тоже помогают создать образ. Такое вот платьишко. Вот такое платье с короночкой, с плечиками. Ну и, собственно, каблучки, я уже не в них. Вот, сегодня мы ходили на концерт, я вам вставлю несколько кусочков с этого концерта. А вообще, конечно, в большинстве своем были очень такие олдскульные номера. Я не знаю, почему в маленьких городах, в большинстве своем, мне кажется, я, конечно, не была в других маленьких городах особо, вот, не стремятся как-то ни к чему современному, просто все такое 80-е, 90-е стайлы так везде. Вот я не понимаю, почему. Почему бы не взять для прикола и не спеть какую-нибудь песню Деспасито там хором, я не знаю, ну что-то такое, какую-то хохму. То есть, конечно, хорошие номера, я уважаю людей, которые занимаются творчеством, это все круто, но непонятно, почему вот люди боятся запустить хоть какую-то современность в жизнь, в творчество, это непонятно. Вот, но я стараюсь наслаждаться тем, что есть, и если я уже пришла на концерт, то стараюсь наслаждаться им, вот. И радуюсь тому, что есть, тому, что вижу. Так что, в общем, пришли с концерта, да. Очень печально, потому что реально особо нечем по выходным заниматься. Я не знаю, очень сложно кого-то вытащить стало из дома, у кого-то дети. Пооткрывалось несколько новых у нас заведений. И да, сегодня суббота, я, походу, сегодня лягу спать и никуда не пойду. Я не знаю, что становится с людьми, почему-то все стали очень тяжело на подъем. Я понимаю, что у всех своя жизнь там взрослая, дети, семьи и так далее, но мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы надо встряхнуться и пойти, и развеяться, встретиться со старой подругой и чем-то таким заняться, повеселиться, оставить ребенка на мужа, скажем, и просто классно провести время. Но почему-то стало это очень сложно, вот так. Такой на сегодня у меня такие новости. Пока что снимать очень много, пока что ничего такого сильно не происходит, чтобы вам было интересно это показывать. У нас похолодание, очень холодно уже, сегодня было минус 7, уже, наверное, даже было холоднее, чем сегодня. Короче, я уже очень замерзла, отвыкла от холодов, но пора, походу, привыкать, по крайней мере, на время точно. Субтитры сделал DimaTorzok.
Какой у меня чудный фон. Посмотрите, какая замечательная светящаяся свинья. Помните, я вам говорила про эту косячную маску? Она реально косячная. Я сегодня дала ей второй шанс. Я намазала ее толстым слоем только на нос. И она реально, вместо того, чтобы, когда вы ее отдираете, были вот эти все черные белые точки у вас на этой черной штуке, которую вы отклеили, она обклеивает ваши черные точки аккуратненько. И когда вы ее снимаете, она аккуратненько их обходит стороной, и все ваши черные точки абсолютно остаются на месте на носу. И вы видите на этой штуке не черные белые точки, а впадины от ваших черных точек. Это просто жесть, вообще просто. Никому не советую. Плюс, мне кажется, тут очень много спирта, потому что когда наносишь, реально она щипит и воняет спиртом. Наверное, от нее можно даже опьянеть. Вот, а вот это очень крутой скраб я купила. Фито Косметик, народный рецепт. По-моему, мне Любочка с Якутии присылала тоже эту фирму. Мне кажется, скраб, по крайней мере, такая же была. Вот такое же ведерочко. Никак не могу, кстати, много тебе сделать. Виноградно-сахарный интенсивный уход для упругости. Я не знаю, насколько там он упругость создает. Я, кстати, думала, тут клюква. А, ну да, сок клюквы и масло миндаля. Вот, но он очень вкусно пахнет. Он очень приятный такой прямо и довольно-таки жесткий. Я люблю жесткие скрабы, но не сильно жесткие. То есть достаточно хорошей жесткости. Еще купила мочалку, уже не буду вам ее показывать. Какая-то натуральная, с натуральным волокном, я ее еще не пробовала. Вот, скраб, короче, мне понравился. Но вообще не очень люблю покупать нашу косметику здесь. Но скоро жду, мне должны прислать нашу косметику на обзор. Очень интересно, прям жду с нетерпением. Друзья мои, только что занималась зумбой, причем занималась прямо в платье, в котором я сегодня была. Потому что я не люблю переодеваться, у меня нет домашней одежды, точнее она есть, но ее никогда не ношу. И спортивной формы у меня тоже есть, я ее тоже не ношу. Хочу сказать, что реально, если вы делаете что-то постоянно, это входит в вашу привычку, то потом это делаете уже с удовольствием, и по привычке это вас сильно не напрягает. Я занимаюсь зумбой уже, не знаю, наверное, несколько месяцев, практически каждый день, но стараюсь каждый день, иногда пропускаю, блин, у меня такие... При этом свете мешочники, просто жесть. Когда мне поставить камеру лучше? Нет, не помогло, ну ладно. В общем, по-моему, еще хуже стало, ну ладно. Короче, да, я хочу сказать, что зумба, на самом деле, это очень круто. Я подумываю, не пойти ли мне заниматься зумбой здесь куда-нибудь, хотя мне даже одно весело заниматься, на самом деле, даже если хреновое настроение и не хочется заниматься, ты начинаешь заниматься, и под конец тренировки понимаешь, что у тебя уже крутое настроение, но реально поднимает настроение. И вообще всем рекомендую зумбу, и мне кажется, неплохо тоже сбрасываться лишние калории. Конечно, вы не станете супер стройнягой, только занимаюсь зумбой, возможно, хотя не знаю. Хотя я надеюсь именно на это, потому что я ем все подряд, и очень много. Вот, да, занимаюсь зумбой, стараюсь каждый день, по 10 номеров делаю. И причем, знаете, я раньше делала все время разное, а сейчас я славливаю кайф на том, что я делаю одни и те же, ну, практически. У меня есть список лист, плейлист на ютубе, и я делаю практически одни и те же номера. Ну, в общем, 10 разных, но каждое занятие я повторяю... те номера, которые, короче, я уже знаю танцы. И, знаете, от этого я получаю даже больше кайф, потому что, когда ты повторяешь новые движения, это немножко бывает напрягает, особенно если очень сложная какая-то хореография. Это немножко нервирует иногда. Вот. А когда ты уже знаешь хореографию, ты себя реально ощущаешь танцором на сцене. Это дополнительный кайф, мне кажется. У меня есть свои любимые номера, которые я включаю, танцую под них и экстренно кайфую просто от этого. Поэтому всем зумба, всем советую. Это реально очень крутое, поднимательное настроение. И вообще танцы... реально поднимают настроение. Чи, мама скоро приедет, да? Мама скоро приедет. Она как принюхивается. Бетька, видишь, как на нас смотрит? Да? Бетька, мама, welcome soon. Какая собачка сисная. Мама, welcome soon. Soon. Мама, welcome very, very, very soon. Я холюсы. Да, ты маму ждешь. Мама скоро приедет. Да, мама, welcome soon. Бетенька моя. Мама соскучилась по тебе. Да, моя киша. Ты хорошая мамочка. Ты молодец. Я скоро приеду, ладно? Ничего, скажи. Подожди. Лена, ты будешь финик? Чуть-чуть. Посмотрите, у нас закат красивый. Конечно, на этой камере так не видно. Он очень красный, но здесь... Малена, подожди секунду. Тут... Лена, ну подожди. Ты сейчас пони. Только не стас. Да какой пони? Мы с тобой Веру Анфису. Тетя Лена вообще ни одного не видела. Короче, у нас красивый закат, но ничего не слышно. Хотела в этом влоге ответить на один из вопросов, который вы мне задавали.
Вопрос звучал так. Мужчина со списком требований, как себя вести, послали его сразу, или дать ему свой список требований, который будет миллион раз больше его. Есть мужчины, которые говорят вам изначально свои требования в отношениях от вас, как себя вести в данной ситуации. Во-первых, обязательно пишите в комментах, что вы думаете на этот счет. Я хочу сказать, что скорее я, наверное, этого не понимаю. И, наверное, это совершенно нормально, что у каждого из нас есть какие-то требования в отношениях, которые можно изначально, в принципе, сказать, да, что тебе важно в человеке, что ты ищешь в мужчине или в женщине. Поэтому, когда люди знакомятся, это нормально абсолютно сказать, что вы ищете в человеке, что вам нужно. Но говорить свои требования, предоставить список требований от женщины, это уже как бы звучит по-другому. То есть нормально сказать, что вам важно, что вам нужно, и если женщина это примет, ну, как бы это ее право. Но требовать что-то от женщины, мне кажется, это неправильно, так же, как и от мужчины. Если человек изначально не согласен с этим, не хочет это принимать, то требовать тут ничего не нужно. И, ну, вообще, конечно, это, наверное, дело каждого, как относиться к таким мужчинам, которые предоставляют список требований. Ну да, я считаю, во-первых, это абсолютно нормально сказать друг другу, в принципе, что вы ждете друг от друга. Я вам говорила не раз, что я также выдвигала не требования, а говорила, что для меня важно в отношениях. И я думаю, что я буду делать это всегда, если это понадобится снова. Потому что это важно обговорить вещи на берегу, какие-то, которые для вас реально важны. То есть если вы что-то не можете принять в мужчине, наверное, это важно сразу сказать. И если он готов с этим что-то делать, то пусть делает. Если нет, то значит, этот человек вам не подходит. Вот. Но смотря какие требования тоже, знаете, опять же, если у него какие-то там извращенные желания или еще что-то, не каждая может это принять. В общем, да, зависит все, наверное, от девушки. Какая-то женщина готова подчиняться. Я, например, не готова подчиняться полностью мужчине, полностью его слушать. Поэтому если мне бы выдвинули требования, я бы тоже выдвинула свои требования. Хотя мне бы, наверное, это показалось очень странно, что мужчина сразу чего-то от меня требует. Да, не даже не думала сильно на этот счет, потому что, с одной стороны, наверное, это нормально, чтобы не тратить время друг друга, сразу сказать, кому и что нужно, потому что есть люди, которые вначале общаются очень долго, и потом, когда вы уже вместе, начинают с вас что-то требовать. Знаете, может быть, даже лучше, когда это сразу. Если человек сразу вам говорит вот то, все и десятое, то вы для себя решаете, нужно вам это или нет, нужен вам этот мужчина или нет. Короче, да, зависит от ситуации, наверное, отчасти это даже нормально, смотря какие требования. Вот, ну и, конечно же, вы также можете тогда предоставить список своих требований и сказать, что вам нужно от мужчины. Да, вообще, наверное, надо общаться с людьми так же, как они общаются с вами на равных. Если мужчина с вами общается так, он выдвигает вам список того, чего ему нужно, вы выдвинете ему список того, что нужно вам. Почему нет? Не знаю, правда, у меня меняется мнение на этот счет. Наверное, с одной стороны, мне показалось, что это странно, что мужчина сразу хочет кучу всяких требований вам выставить. С другой стороны, я со временем начала думать, что это хорошо, когда люди не теряют ваше время, когда они четко знают, что они хотят и что они не хотят. Может быть, это как-то выглядит неромантично и даже как-то грубо, с одной стороны, а с другой стороны, ну да, это честно, в этом тоже что-то есть. Но, конечно, если вы хотите настоящих романтических отношений и, наверное, в настоящей такой любви не должно быть никаких сразу требований ни как со стороны мужчины, ни как со стороны женщины. Мне кажется, если это действительно какие-то большие чувства, то тут уже нет места никаким требованиям, по крайней мере, в начале отношений. И люди просто друг без друга не могут. И, наверное, требования, если они появляются, то появляются уже чуть позже. Потому что, когда у людей сносит крышу друг от друга, мне кажется, им тут особо не до требований. Ну, как-то так, наверное. Вот, напишите в комментариях свое мнение на этот счет. У меня очень странный ракурс сейчас. Но я пытаюсь побыстрее сказать, потому что у меня садится батарейка.
Вот. Сегодня у меня зеленый макияж, образ змеи. Змеиное, ничего я сегодня не стала сильно такое надевать, потому что довольно-таки холодно. У меня сегодня мое любимое платьишко из Зары черное, которое довольно-таки длинное в обтяжечку. Ну и как-то так. Вот. Собственно говоря, этот влог буду заканчивать, я думаю. Всем хорошего настроения. И до следующего видео. Сейчас вам покажу себя в нормальном видео. Потому что, как я с такого ракурса снимаю, я выгляжу, наверное, просто очень большой девушкой. Вот. На самом деле, у меня подбородок не настолько большой. Как-то так. Сегодня такой у меня темный макияжик зелененький. В принципе, симпатичный. В общем, вот, кстати, сегодня реально, меня сегодня очень рано разбудили с утра. Строители, тут ремонтники, и у меня очень, я заметила, что было хорошее лицо, гладкое. Я посмотрела, думаю, как у меня все хорошо с лицом, на удивление, и пошла дальше спать. И когда я через час снова встала, я уже встала вот с мешками под глазами. Так что реально от воды, наверное, конечно, тоже не становится лицо лучше. Вот. И, кстати, моя подружка тоже прочитала, что если у вас щитовидки какие-то проблемы, то вам противопоказаны всякие уколы, ботокс, гиалуронка. Поэтому, возможно, отеки лица могут быть даже от этого. То, что у меня щитовидка. Хотя у меня сейчас тьфу-тьфу, все нормально, но я уже очень много лет наблюдаю щитовидку, поэтому, возможно, мне эти уколы делать вообще нельзя. Поэтому я сейчас занимаюсь фейсбилдингом, когда не забываю. И губы гиалуронку пока что я буду делать только в губы. В лицо в ближайшее время, наверное, вообще ничего делать себе не буду. Короче, вот, ладно, до следующего видео. Всем пока!